Боня, хватит. Кому? Кому ты завидуешь? Да кошка, чего ты завидуешь ей? Боня. Боже мой, я не могу. Блин, уже 215, 222. Я даже не заметила. Да, вот так вот кисы делают. Кис-кис. Мур-мур. Да он что не один, их тут много. Так ты мне не ответил на вопрос, что ты завидуешь ты ей? Творит. Я на самом деле не люблю, когда он так делает, потому что у нее язык как ёршик. Но я так называю. Кто-то называет его наждачкой, я ёршиком. Но сейчас вроде не больно, поэтому не трогаю его. Да, вот такая любовь. Что за комментарии, блин? Любит как свою маму. Блин, что за фигня? А, ну да. Да. Я ее с самого... Сколько ей, наверное, месяц где-то был. Где-то два или месяц был. Я ее забрала. Но мне ее отдали. Вот. Она сначала шугалась, но она вообще не ко всем людям подходит. То есть для нее есть исключение. Вот. И она под кровать. Да ладно, ладно, все. Она под кровать у меня пряталась. Маленькая совсем. Вот, а потом я ее потихонечку. Ну, такая, знаешь, с характером девочка. Но ко всему приученная. То есть, если я, допустим, ругаю ее за что-то, она понимает. Вот, у меня котик тут Дзянкин. Она его недавно привезла, и они еще до этого виделись.
То есть они жили вместе там буквально 2 недели вроде, или неделю, что такое. В общем, мы уезжали домой, и я Боньку свою к Дианке отвозила. Сейчас. Ну это ж классно, блин. Это ж классно. Вот, я возила ее, отвозила ее к Дианке. И они там с Тайсоном бесились, но Бонька его воспитывала у Дианы дома, прикинь. Вот. А сейчас Тайсон приехал ко мне домой. И Бонька еще до этого мы брали маленького котенка с улицы, случайно нашли тоже. Бонька его просто вообще не подпускала. Так ее драла. Вот. И Тайсон она тоже, ну, еле-еле восприняла. Но сейчас они вроде нормально, но она знает свое место, то есть знает, тут в доме хозяин. Я как-то, вот, наверное, 2 или 3 дня назад. Она, короче, еще. Она еще, ну, не очень привыкла к нему. И сидит на кухне и на него рычит просто. Я говорю, Боня, я ее так на спинку нажала, и она легла, короче. Я говорю, только встанешь, говорю, я тебе таких надаю. И она лежала до последнего, понимаешь? Ну, она может сесть там, но подойти к нему, она как бы знает, что если подойдет, то есть трындец будет. Ну, вот она такая послушная. Она боится меня, когда я ругаюсь. Да, рыбка моя. А когда спать ложимся, она лапку на меня закидывает и спит, как будто обнимает. Где мордочка моя? Кошак мой. Ой, кошак мой. Блин, я не знаю, у меня такая любовь к котам. Вообще капец. Я вот Боньку взяла. Если мне надо будет куда-то переезжать, там в какое-нибудь место такое, да, где с котами нельзя. Я, наверное, не перееду вообще никогда. Потому что, ну, я не могу оставить то, что приучила. О, да, собачки, это еще то. Кто у тебя? Какая там порода? Сейчас опять договорить. Но я не знаю, кто такие. Я потом забью. Сейчас я сделаю скрин, посмотрю потом. Хорошо. А, я видела, по-моему, рыженький такой, да? Такой. У него сейчас укладок много. Он слегка на бульдога похож. А, видела. Блин, нифига себе. Я сначала не поняла, что это собака. Потом уже на второй фотке вроде поняла, что собака. Охренеть, конечно. Классно. Так, еще 20 минут и спать. Ой, спасибо большое, ребятки. Спасибо.
У меня лампочки по чуть-чуть перегорают. Гирлянде. Офигеть, блин. Надеюсь, я когда-нибудь его увижу.